Витаю! В этом видео в PrepaMax мы посчитаем контактное напряжение между колесом и рельсом. Итак, для начала во FreeCAD создадим 3D-модель. Она должна состоять из двух solid-объектов – колеса и рельса. Они должны располагаться в пространстве так, чтобы их поверхности соприкасались по касательной. Сохраняем их в формат STP, единицы чертежа миллиметры, их и оставляем. И переходим в PrepaMax. Создаем новый файл. Единицы выбираем, как в чертеже, миллиметры. Загружаем 3D-модель. В настройки сетки добавим параметры разбиения. Общую сетку делаем крупной для экономии времени. А на контактирующих поверхностях наоборот. Добавим локальное сгущение для повышения точности расчета. Генерируем сетку конечных элементов. Для удобства приложения нагрузки на колесо создадим набор узлов. Запомним количество узлов, входящих в набор. Оно нам потом понадобится. Для удобства создания контактных пар создадим наборы поверхностей, в которые войдут низ колеса и верх рельса. Создадим материал. Собственный вес я прикладывать не буду, поэтому добавим в него только упругие свойства. Модуль деформации и коэффициент Пуассона. Назначим свойства конечным элементам. Они у нас объемные, поэтому выбираем Solid Section. Проверяем материал и указываем элементы. Добавим параметры взаимодействия поверхностей. Поведение поверхностей может быть твердым или учитывать податливость на поверхности контакта, по линейной зависимости, экспоненциальной зависимости или как упругая связь. Для данного видео ограничимся самой простой моделью поведения. Также можно учесть трение между поверхностями, введя соответствующий коэффициент. Но я думаю, в данном расчете можно обойтись и без него. Создадим контактную пару. Проверяем взаимодействие. Метод поверхность к поверхности, включаем настройки, зазор оставляем по умолчанию. Для ведущей поверхности выбираем набор колесо, для ведомой поверхности выбираем набор рельса. И немного раскрашиваем, чтобы их различать. Теперь создадим расчет. Он будет состоять из единственного статического шага. Добавим закрепление. Низ рельса зафиксируем во всех направлениях. А ступицы ограничим перемещение по X, Y. Добавим нагрузку. PrepaMax нельзя приложить сосредоточенную силу поверхности,
Поэтому я ее равномерно распределю между узлами, входящими в ее состав. Для этого воспользуемся ранее созданным набором узлов. Чтобы приложить нагрузку в 50 кН, надо ее разделить на 80 узлов, входящих в группу. Таким образом, на узел прикладываем нагрузку в 625 Ньютон. Помимо напряжений в общей схеме, я еще хочу получить дополнительную информацию о том, что происходит на площадке контакта. Для этого в History Output добавим для контакта выводить суммарные силы на площадке контакта. И напряжение на площадке контакта. Включим считать общие значения. И смотрим, чтобы это было для нашей контактной пары. Все, можно запускать расчет. Загружаем результат, смотрим, что получилось. Немножко увеличим масштаб перемещений и можем посмотреть, как изменилась в направлении Z форма колеса. Также можем посмотреть напряжение по мизису, трескам, главное напряжение. History output. Напряжение на площадке контакта. И суммарная сила на площадке контакта, которая, как и предполагается, должна быть равна нагрузке. Чтобы посмотреть напряжение на поверхности колеса, рельс можно скрыть. Или наоборот, скрыть колесо, чтобы посмотреть напряжение на поверхности рельса. Также удобно анализировать результаты, назначив одному из элементов некоторую прозрачность. Чтобы посмотреть распределение напряжений внутри сечения, можно воспользоваться фильтром срез. Здесь мы можем увидеть, как распределяется напряжение в колесе и в рельсе непосредственно в точке контакта. Ну и как же без анимации? Здесь мы можем увидеть, как будет распределяться напряжение при постепенном нагружении. На этом все. И как завжди, дякую за увагу.